Цирк под открытым небом – явление само по себе уникальное. Клоуны веселят детей, а профессиональные жонглеры выполняют сложные трюки. Захватывающее представление в Центральном парке проходит под аккомпанемент живого оркестра и чарующий вокал звезд эстрады. So a face, a final curtain. My friends, I'll say it plain. I'll state my case, of which I'm certain. Жители Шымкента в новый формат творческих вечеров погружаются с большим удовольствием. Говорят, душевная музыка, профессиональное исполнение и яркое выступление цирковых артистов создают настроение праздника и волшебства. Почаще бы такие вот концерты всякие, особенно вечерние, потому что в рабочее время все на работе, а вот вечером хочется отдохнуть, прийти в парк, расслабиться. Это мне очень понравилось то, что наш город стремиться к таким красивым, интересным мероприятиям, потому что это очень увлекательно, познавательно, даже для детей, например. Вот до этого мы сейчас были в Кинбабе, смотрели там начало шоу-программы, там готовится, как я поняла, кукольный театр. Решили сюда прийти посмотреть. Программой «Шымкала Кештере» охвачены различные локации города. Это эстрадные выступления творческих коллективов «Шымкен-концерт», театра кукол и эстрадного оркестра «Шымкен-цирк». Оркестр с 22 человека у нас живой, живая музыка. И в программе участвуют еще цирковые номера. Программу так составили, чтобы людям и детям, и взрослым, разным контингентам, чтобы понравилось. 3 дня готовились на сегодняшний концерт. Там по оркестру у них своя режиссура, дирижер, как бы подстраиваемся под каждую локацию, да, то есть стараемся не повторять то, что было до этого концерта. Чтобы уходящее лето запомнилось, такие вечера в Шымкенте продолжатся до конца августа. Организаторы уверяют, программа будет разнообразной, а завершение сезона обещает быть не менее фееричным. Елена Карпенко, Давран Абдиев, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.